Меня спрашивают про лотерею на сайте Mobox. Да, действительно, когда вы покупаете билет, он стоит здесь $5. Когда вы покупаете билет, у вас на время забирают эти деньги. И если вы не выиграете, их можно вернуть, их возвращают. То есть получается такая условно-бесплатная лотерея, и в ней участвовать ну, просто обязательно. Делайте аккаунт, ссылка будет в описании. Приходите по ссылке, создаете аккаунт, заходите в игру Momo Farmer, вот сюда, и все. В левом меню выбираете лотерею, пополняетесь или покупаете Movox, такие токены. Их можно купить либо на PancakeSwap, либо вот сюда нажать и просто свапнуть, допустим, 19, ну мало. Покупаете нужное количество Mobox токенов. Как узнать нужное количество? Все просто, можно зайти вот сюда, участвовать в лотерею. Вам будет доступно только один билет. И стоимость каждый раз меняется, потому что курс Мобокса плавает. Но каждый раз это $5. Вот, я, значит, купил билет за 5 токенов. 5,65,26. Столько токенов у меня на время заморозили, потому что я участвую в лотерее. Лотерея проходит 3 раза в неделю. То есть вы заходите периодически на сайт, покупаете билет, не выиграли, деньги вам вернули, вы снова нажимаете эту кнопку «Участвовать», нажимаете «Макс», вам получается один билет, нажимаете кнопку «Оплатить», ваши билеты замораживаются до следующего розыгрыша. Вот до следующего розыгрыша осталось 18,5 часов. Если я не выиграю, я снова нажму эту кнопку, куплю билет и буду ждать следующую лотерею. Если я выиграю, я нажму эту кнопку, здесь у меня будет кристаллик, я нажму «Claim», заберу его себе. Что дальше? Иду просто на вторичный рынок, на рынок, где продаются эти кристальчики, и продаю его. Конечно, цены упали, и они будут падать, но тем не менее, это просто, как сказать, ничего не требующее от вас в плане усилий, в плане денег, возможность получить, ну, немного кэша. Здесь получается $40, ну, вот мы можем сейчас отсортировать самыми дешевыми вверх, да? 45 мобокс, самый дешевый. Ну, $40. Да, упало, но это бесплатно, ничего от вас не требует на, практически на пассиве. В таком почти полном пассиве. Вот видите, я участвовал в лотерейках и еще ни разу не выиграл. Ну, выиграю, будет мне там $40. Не выиграю, снова зайду сюда, и снова зайду. Поэтому, пожалуйста, ссылочка в описании, проходим, регистрируемся, все очень просто, выбираем игру Momo Farmer, гейм лотерею, пополняем баланс и участвуем. Все просто. Подписывайтесь обязательно, потому что будет много видео таких вот маленьких, полезных, быстреньких, где я буду делиться с вами своими какими-то такими вот лайфхаками, где можно там так или иначе заработать немного денег. Ставьте колокольчик, чтобы вам вовремя приходили оповещения. И буду практически каждый день что-нибудь разыгрывать. Так что будет много конкурсов. Следите за телеграм-каналом, следите за ютубом. И до связи.